Смотрите, я хотел бы предупредить, выступить в неприятной роли не сладкого пророка, а вот в той, которой я выступаю уже с полгодика, и предупредить об очень серьезной опасности. Сейчас очень многие смакуют то, как бестолково гибнут россияне, которые лезут на Авдеевку. Ну вот мы набили столько, за один день 1300 погибло, 1400, значит, там горит техника, 90% идущих вперед гибнет, бестолковые, там бестолково. Я напоминаю, что Иловайск, Дебальцево, Попасная, Северодонецк, Лисичанск, Бахмут, Солидар начинались точно так же. И мы точно так же говорили, да, залихва, волны эти людские, которые мы косим, там это горячая техника, бестолковые жуковские приступы мясные и так далее, и так далее. Напоминаю, что нас 7-й раз уже по счету ловят в ту же самую ловушку. 6 предыдущих раз кончилось, что мы потеряли территории, которые мы так залихватски начинали оборонять. Я не знаю соотношение сил, но...